Привет, Джей, это Супраленд, и мы продолжаем прохождение после финала. Мы находимся под землей. На поверхности мы побывали, но вернулись под землей, потому что тут куча всего незавершенного, куча трофейчиков, которые мы не нашли. И мы их сейчас будем искать. Значит, я сейчас нахожусь практически в самом начале, где все началось, куда мы упали и начали свой путь подземный. Теперь мы можем спокойно туда вернуться. Вон туда. Здесь есть специально для нас вот такие вот два пенька. Специальные, да, пеньки, на которые мы прыгаем. И при помощи нашей тянущейся лазерной ленты мы можем сделать вот так вот. Хоп, запрыгнули. Теперь еще выше. Опа! И вот мы здесь. Мы именно сюда и упали. Именно там разбилось стекло, на котором мы стояли и тыкали рубильник, чтобы помочь своим соплеменникам. И когда мы нажали на рубильник, стекло разломилось, и мы упали именно сюда. Так, я вижу тут блоки, которые можно сломать. Посмотрим, что у нас тут. Золотишечко достали. Это хорошо. Тут вроде бы все. Я, конечно, сделаю еще вот так вот. В надежде на то, что что-нибудь увижу там вот, где-нибудь. Там точно ничего нету. Помимо этого, я еще сделал пометочки быстренькие. Быстренькие пометочки. Вот видишь, вот тут вот вопросительный знак, что сюда нужно сходить. Потом нам нужно сходить вот сюда еще. Непонятно, что вот это вот за картонка. Здесь мы нашли фаербол. Пушку фаербол. Огнемет мы нашли. Потом нам нужно на завод сходить. Там куча было сундуков, которых нельзя было достать без телепорт-пушки. Потом нам нужно будет сходить на поверхность, потому что мы ее не всю исследовали. О, смотри, сердечко. Ха-ха, прикольно. Это отсылка от разработчика. Он нам сердечко здесь нарисовал. Как мило с его стороны. Ну, в общем, будем придерживаться нашего плана. Тут вроде бы все. О, сундук. То есть не зря мы сюда вернулись. Это хорошо. Как нам туда запрыгнуть? При помощи куба. При помощи куба и телепорт пушки, наверное, да? Ага, точно. Что у нас здесь? Монеты. Монеты и как бы больше ничего. 50 сундуков осталось, 2 косточки я нашел. Сколько у нас пройдено? 66% игры мы прошли. За сколько времени? За 13 часов. Вот так-то. Целый день игры. Хорошо, возвращаемся тогда. Тогда куда возвращаемся? Давай карту. Здесь мы были, все это мы стираем. Значит, мы идем теперь вот сюда. Как мы туда попадаем? Через вот это место. Окей. Побежали. Короче, я пришел, где мы нашли огнемет. И тут смотри, какая бородень в виде дерева. Что за дела? Почему здесь закрыто? Я же открывал. Я сжигал здесь картон. Ну че? Ну как так? То есть мне нужно вот так вот пройти сюда. Вот сюда пройти. Тут вот я брал огнемет, вышел сюда. Тут куча скелетов было, которых я потом поджарил. И убежал в трубу. Вот в эту трубу. Вот эта труба. А куда она ведет? Куда она меня... скорее всего, сюда можно по трубе пробраться. Куда она нас выкинула тогда в прошлый раз? Пойду смотреть свои записи, видеозаписи. Буду присматривать ролики. Ну, короче, дело к ночи. Выпали мы вот с этой трубы, когда зашли вот в эту трубу. И там сейчас, я посмотрел по ролику, нет вот этой вот штуки. Вот это вот, что вот это вот. Я думал, что это картонка, которую можно сжечь, там, возможно, будет сундук. Но там нет этой картонки, я по ролику посмотрел, это просто камень тут стоит. Вот, поэтому сюда возвращаться нам не нужно. Сразу мы идем, знаешь, куда? На завод. Там было куча всего интересного, поэтому бежим вот сюда, прям сюда, вот сюда. Телепортируемся. Ну, кстати, походу я не зря сюда сходил-то. Помнишь, я как-то в одной серии пытался туда запрыгнуть, он туда вот. Но все никак не мог. Думал, что это деревяшка и пряжкой можно замагнититься. Но нет, точнее, железячка. Но нет, это была не железячка, это пластик. Но теперь я попытаюсь туда залезть при помощи вот такой вот штуки. Так, ну давай, цепляйся же. Во, работает. Запрыгиваем. Оп. Пана, я наверху. Ты реально меня не подвела, моя чуйка. Здесь сундук. Сундук, а здесь ничего нету. Здесь ничего нету, но там вот наверх тоже можно как-то... Нет, это слишком высоко. Ладно, пойдем сундук открывать. Вот ты где, мой красавчик. Что ты тут скрываешься? Куча денег. Куча бабла. Понятно, это скучно. 49 сундуков у меня осталось. Ладно, уходим отсюда тогда. Мы в Клитауне. Знаешь что, знаешь что? Мне всегда вот... приманивал вот этот магазинчик. Да, привет, привет. Спасибо, что скупил все мои предметы. Да, пожалуйста. Чё, ты меч мне не... Ты... Меч, меч, меч. Так, мне не продадут его. Короче, вот эта дверь меня всегда тогда смущала. Теперь мы здесь. Открываем сундук, а здесь... Транслокатор. Перезарядка уменьшилась. Ну, шикарно. Вроде здесь больше ничего. Окей, еще один сундучок у нас имеется. В карманчике. 48 осталось. Значит, мы теперь бежим на завод. Телепортируемся. А помнишь, вот эта дорога, короче, на завод, а вот эта вот дорога на пляж.
вон туда. И мы вот здесь вот еще встретили вот такой вот выступ с майнкрафтовскими блоками. Черт подери, я хочу туда залететь. И давай, 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 давай. Есть, мы здесь, что от нас тут спрятали, ну-ка показывайте золотишечко, конечно. И сундук, 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 бурдюк. Нет, сундука здесь нету. Но, тем не менее, я сюда залез. Я обещал себе, что я сюда залезу, я залез. А еще бы хотелось на крышу Клитауна залезть. Вон там, где стекло, посмотреть на всех сверху, но нет. Бежим, короче, на завод, продолжаем. Ага, недаром я путешествую на своих двух, а не при помощи труб, которые есть у нас в Клитауне. Вот про эту штуку я вспомнил, ты посмотри-ка. Как мне теперь туда только попасть, запрыгнуть прямо вот хочется. Давай мы сейчас сделаем... отдай. Опа, запрыгнули? Есть, кажется, мы держимся. Еще повыше можем? Вот так, чудесно. Для чего вот это вот золотишечко тут наклеено? Ладно, разбиваем эту штуку. Что здесь у нас? Сундук. Я думал, может, проход куда? О-о-о, пушка, обойма плюс. Увеличен максимальное количество зарядов вашей пушки. Ну, это шикарно, это хорошечно. Ты чувствуешь запах производства? О, да, мы здесь, мы на заводе. Тут огромное количество сундуков, которые я не открыл, ввиду того, что у меня не было телепорт пушки. Но теперь-то она у меня есть. Вот она, вот она. Значит, смотри, нам нужно упасть вон туда. Берем, закидываем сюда телепорт снаряд. Давай, падай. Опа, вот он мой сундучок. Блин, ради этого, ради золотишечка. У меня золото 527 монет. Нафига оно мне далось, вообще не понимаю. Зачем? Идем еще выше, нам нужно к трубе. Вот она, вот эта здоровенная труба. Сейчас мы залезем и достанем тот сундук, который был высоко спрятан от нас. Этот мы достали, вот, вот сюда вот нам нужно было. Сейчас, минутку. В принципе, сюда можно было... А, косточки здесь были спрятаны. Отлично. Три костяшечки у меня есть. В принципе, сюда можно было попасть и при помощи кубика. Мы забрались еще выше. Прям над самым заводом мы сейчас находимся. Короче, есть вероятность, что вот там вот что-то может быть. Мы сейчас туда залезем. По крайней мере, попытаемся. Если нас, конечно, не оградит разработчик. Он может это сделать. Он любит это дело. Опа. Выше, выше, еще выше. Да ёпрст, это как я ненавижу, когда пряжка примагничивает телепорт-снаряд. Так, мы можем вон туда прыгнуть, в принципе. Опа. Здесь ничего. Здесь ничего. Ну, мы прыгаем еще выше. Опа. Здесь, вот, мы уже можем сюда пролезть. Как высоко я, как высоко. Пойдем-ка. Посмотрим, что он там заныкался, что это он тут стоит, синий челдобрек. Что ты тут? Что ты тут делаешь? Здорово. Я упал сюда пару часов назад, прямо из Марковограда. Марковограда? Странно, Марковоград. Что-то знакомое, но не помню, где был Марковоград. А что происходит? Кажется, я немного запутался в сюжете. Тут такое происходит, тут вообще капец. Марковоград, точно, в DLC. Где был огород огроменный, там росла, по-моему, огроменная морковка. Да-да-да-да, я вспомнил, где Марковоград находится. Значит, ломаем вот эти вот штуки. Где-то не сломать. Блин. Ну, отсылочка знатная к DLC-шке. Там еще мухи были и саранча была, которая пожирала огород. Это было стрёмно. Интересно. Блин, почему к вот этому металлу я не могу примагнититься? Это прям обидно. Я бы тогда еще выше поднялся. Ладно, спускаемся вниз. Юху, ускоряемся. Обалденно. Бадах, упали. Так, тут вроде бы по сундукам все, вроде бы все проверил. А, нет, тут кубик же нужен был. Точно, вот, тут сундук есть. Чуть не ушел отсюда. Вот, кубик я вставляю сюда. Там открылось. Бежим скорее. Ай, зачем я это сделал? Дурачелло. Я бегу, бегу, бегу. Жалко, спринта нет. И вот явно тут них. А, минутку. Вот здесь открылось. А, все понятно. Все понятно. Значит, мы сейчас забегаем сюда. Я здесь. Кубик убираем. Сюда заходим. И достаем. Регенерацию здоровья. Ну, балдежно. А отсюда выбираемся при помощи телепорта, да? Даже? Нет, кубик поставить надо. Ну ладно.
Поставили кубик, все, отсюда сбегаем. Короче, смотри, что я тут еще нашел, Вот эту вот штуку. Тут что-то явно от меня спрятали. Ха, еще один сундук. И секретная локация, к тому же. А, как у меня достали деньги. Деньги. Короче, меня осенила гениальная идея. Мы отсюда убегаем в Клиттаун. Все, прыгаем. Вот, здорово. Подождите, верните меня обратно. Минуточку. Вот, здорово. Теперь я прыгаю вот сюда. Давай, запрыгивай. Я очутился здесь. Короче, нужно закончить все здесь. Здесь наверняка тоже есть сундуки. Потому что 44 сундука это довольно много на старой локации. То есть вот по вот этой карте, если бегать, то дофига на самом деле всего. По-моему, я тут все места, которые помечал на карте, я их проверил. Вот. Тут, короче, куча всего не может быть спрятана, а именно 44 сундука. Тут, наверное, еще 10 сундуков от силы может спрятано. А все остальное где-то вот тут вот. Вот где-то в этой области, вот тут вот. Так что будем сейчас ее проверять. Кстати, насколько большая карта, да? Мы хотели узнать. И вот мы сейчас узнаем. Вот мы рисуем. Вот. Вот границы карты. Ты их видишь? Вот они, границы карты. Карточка у нас вот такая. Во. Ладно, хорош страдать фигней, пошли искать другие сундуки. По поводу короля и королевы мне все разъяснили, кто как есть. А это чудик у нас, чудо, мистер чудо. А, кто как называется, я все вспомнил, спасибо вам большое. Мы идем сейчас вот сюда, значит, вот вниз мы идем, вот так вот вниз. Потому что в эту сторону мы пробегали, и мы вышли вот таким вот методом вот сюда. Здесь сидел бугай, который медитировал, который золото выкачивал. Значит, смотрим, что у нас здесь есть. Кубики. Это тоже отсылочка к одной DLC. Предыдущей, по-моему. Здесь мы можем зарядить какую-то панельку. Микросхема? Ничего себе. Микросхема. Ладно, давай попробуем зарядить. Так, открывается вон та дверка. Ага. Открывается вон та дверка. Ну, сейчас попытаем свою удачу. Бежим. А, вон оно что. Ну, тут смотри, как делается. Закидываешь сюда снаряд. Так, пряжка. Ты меня бесишь. Закидываем туда свой снаряд, врубаем пряжку. Снаряд сейчас скатится, упадет куда нам нужно. И мы телепортируемся. Опаньки, телепорт. Мы здесь, мы здесь. Кнопка открывания дверей. Сюда... Тоже микросхема огромная, здоровенная. Сюда нужна батарейка. Сейчас будем ее искать. Кубик. Чего кубик? Чтобы работало все. Ага. Ясно. Ясно. Так. О, нифига себе. Это что за строение такое интересное? Колонна прям. Так построено. Прикольно. Значит, у нас здесь есть... Это что, чай? Погодите, а можно туда запрыгнуть? Это лава. Это лава. Я хотел туда прыгнуть. О, химики. Этих химиков я видел, ну, точнее, не химики, я эти... Ну да, пускай будут химики. Я их видел в титрах. Ты что скажешь нам вообще? Я сделал этим профессорам чашечку горячего кофе, но они слишком заняты своей болтовней. Слушай, если они это кофе попьют, чашечка такая знатная. Я думаю, что у них кишки наружу вывалятся вместе с лавой. Так, ребята, что вы делаете, расскажите мне. Получается, что магниты в катушках создают электричество, это так? А заряженные катушки замедляют металлические объекты. И в то же время намагничивают их. Ага. Заряженные катушки замедляют металлические объекты и в то же время намагничивают их. Магниты в катушках... А, катушки, да, ну да, то вот про эти катушки говорят. А еще вот это вот. Вот, смотри. Минутку. Вот, катушка есть. Ладно. Нам нужно, короче, туда наверх пробраться и оттуда уже думать. Что да как. А, так вот, тут подъем же есть. Чё тут... Мудрю свои мозги. Накручиваю свои извилины. Страдаю какой-то фигней. Наверх. Здесь у нас кнопка. Здесь у нас радиоприемник. Так, 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 давайте. У тебя есть все, что нужно, чтобы решить эту головку. Так что вперед. Вот эта кнопка. Для чего она? Вот, я ее активировал. А, нифига себе. Ничего ж себе. Понятно. Ну, я хочу еще вон туда запрыгнуть, но я навряд ли это сделаю. Не получится. Так. Вот, смотри, магнит. А! Подождите-ка, минуточку. Так. Я кинул сюда снаряд, он должен намагнититься, но вытащить я его уже не могу.
батарейки несколько штук. Одна нам вот сюда, пускай вставляется. А другая... Короче, я понял, для чего это все сделано. Вот. И сейчас я ее опускаю. Давай. Давай, батареечка, ты мне нужна. Падай. Вот, она тихонечко туда падает. А я бегу. Скорей, 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 скорей. Надо успеть достать. Надо успеть достать батарейку. Иначе она упадет в чан. Давай. Опа, есть. Фокус-покус удался. Вот про что говорили эти химики-инженеры. Батареечку сюда вставляем. Мы активировали еще что-то. А, еще одну катушку. А для чего? А для чего мы активировали эту катушку? Ух ты, нифига себе. А чего у вас так много-то? У вас опупеть как много, ребята. Вы что, сдурели, что ли? Мне что, с вами со всеми драться-то надо, да? Походу, да. Надо сбить волшебников, во-первых. Во-первых, волшебников сбиваем, чтобы меня никто не стрелял. Вот так вот. Вот так вот. Отлично. Там огнище, кстати, я его не запалил тогда. В котором мы можем набрать огоньку, если что. А ты что такой черный? Деревяха-то гори. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Бах-бах-бах-бах-бах. Почему они друг от друга не загораются, а? Меня это прям не устраивает. О, смотри, я всех сразу же. Тесла крутая штука. Получили? Ай-ай-ай-ай. Сейчас я получу. Сердце регенерируется, отлично, пока все пучком. Че, со всеми расправился, что ли? Видали, я красавчик, я всех раскидал. Правда, здоровили и здоровили я, да, и знатно, истрепали мне. Ну ничего, сердца у меня восстановились, у меня в итоге теперь 10 сердечек, на данный момент. Не в итоге, а на данный момент 10 сердечек из 15-20, из 25. Фух, а нет, из 24, вру. Из 24 сердечек у меня десяток. Ну и чё, и зачем я сюда спускался, для чего? Непонятно. Ну, надеюсь, что больше они не будут тут появляться. Эту зону я зачистил, отбил. Пойдем наверх, поднимемся и сверху будем через прыг-панель решать вопросики. Прыгаем. Ага. Ага, о, магнитные вот эти штуки мы втыкаем. Здесь нужно шарик кинуть. И он туда запрыгнуть. О, подождите минутку. Тут, кажется, что-то есть, да? Кажется, здесь что-то от меня скрывает. Просто золото? Тьфу ты, ну ты. Скукота. Скукотище. Ладно. Бум. Ха-ха, как хитро. Как хитро. Без телепорт пушки я туда никак не допрыгну, походу. Да. Минутку. На удачу надеяться. Самому не плашать. Давай. Блин, она туда не залетит вообще никак. И как же мне сюда попасть? Потом обратно. Как же мне... А, вот я понял. Кажется, я понял. Сейчас, минутку. Я, конечно, не уверен, что так получится, но надо попробовать. Может, вдруг и получится. Ну, короче, мне отсюда нужно попасть на свою ленточку. Ух, я падаю. Вот оно что, вот оно как. И чего? О, можно здоровье поправить. Давай мы это сейчас и сделаем. Масочку для лица. Пожалуйста, хочу. Ой, да. Спасибо. Мне стало легче. Нифига себе. Вот это там... Вот. Нет, подождите, я туда падать не хочу. Это слишком. Давай сделаем вот так. Ух, нифига себе, нет, подождите, Ах, черт, двери закрылись. Так, я сюда сейчас еще вернусь, потому что там куча других еще мест. А если я упаду туда прям вниз, прям очень глубоко, я потом оттуда не выберусь, мне кажется. Так что минутку. Я хочу попасть вон туда, во-первых. Вон там вот что-то еще есть. Значит, для того, чтобы попасть туда, мне нужно что? Мне нужно сверху активировать мостик. Сейчас туда запрыгну. Нажимаем на эту кнопочку. Пошло. Так, теперь нужно придумать, как туда попасть. Как мне туда попасть? Если я схожу с кнопки, она сразу убегает. Ага. Если я сделаю кубик, это поможет? Нет, кубик не поможет.
Если я оставлю здесь снаряд... Так, минутку, снарядик. Нет, снаряд здесь. Ладно, если так не работает... Подожди, вот тут у нас есть еще магнит. Нет, он недостаточно мощный. Ладно, тогда воспользуемся катушкой. Значит, ставим сюда кубик. Вот, мы ее активировали. Теперь как бы мне туда попасть-то? Как бы мне туда попасть-то? Все очень-очень сложно. И я, наверное, не зацеплюсь. Так, пряжка активирована. Но я, конечно, попробую. А, нет, зацепился, смотри-ка. А снаряд зацепит? О, зацепил снаряд. Смотри, он там болтает. Вот, все, теперь можно решить головоломку. Залазим обратно, нажимаем на кнопку, он подъезжает. Я телепортируюсь прямо на этот, как его, отъезжающий порог. Ну-ка, проверяем. Он выезжает. Снаряд вроде там еще болтается. Вроде как болтается. Так, включаем пряжку на всякий пожарный. Телепортируемся. Да! Ха-ха-ха! Получилось. А как открыть вот эти двери? А, вот кнопка есть. Открываем двери. Ух ты! Вот он, Сундук! И что же там у нас? Сундук-бурдук. Детектор сундуков. Ух, да! Наконец-то мы его нашли. Так, он будет нам показывать, где же тут спрятаны сундучки. Здорово. Здорово, ты кто? Магниты отталкивают намного сильнее. Если бы ты мог запитать катушку, чтобы сделать из этого цилиндра магнит. Из вот этого цилиндра? Магнит. Мы запитать ее можем. Провод идет вон туда вниз. Окей. Посмотрим, вот эта вот кнопка для чего нам? Что мы тут можем сделать? Ага, открывает она двери. Если я... Ух, как мощно! Туда еще и батарейка нужна. Гляди-ка. То есть все не так-то просто. Так, а еще детектор нам показывает, что где-то здесь сундук есть. Вот прям вот здесь. Спрыгнуть вниз надо, что ли? Короче, вот здесь вот я блоки разбил. Оказывается, смотри наверх. Спрятали, как они, а? Негодяи. Негодяи. Как они от меня спрятали это все хорошенечко. Так. Сейчас я найду. Вот ты где. Пушка обойма плюс. Увеличилась обойма, это шикарно. Нужно найти батареечку. Где здесь можно найти батареечку? Ладно, давай без батареек попробуем. Может быть, батарейка где-нибудь там. Значит, я делаю вот так вот. Не, это плохая была идея. Сейчас, минутку. Вот так вот. Долетит? Вообще фигня. Что за дела-то? Так, минутку. Сейчас я сделаю вот так вот. Вот. О, оно там примагничилось к чему-то. К чему ты примагничилось? А, магнит, конечно же, магнит. Так, вот я внутри. И что мне это дает? Батарейку по-любому сюда нужно. Есть у меня одна еще вероятность, что надо как-то вон туда допрыгнуть. Наверх. О-о-о. Это к чему я примагнитился? Магнитится? Ну, давай попробуем. Опа. Да чтоб тебя, пряжка, блин. Бесишь. Ну, давай же, магнитись. Ну же, только что же магнитилось. Вот. Ну-ка. Есть, мы бы забрались. Кажется, здесь батарейка будет. И другого варианта тут вообще не может быть. Батарейка. Еще сундук. Тут сундуков случайно больше нет? Вроде бы нет. А батарейка? А батареечку? Батареечку дайте. Батареечка. А, батареечка вон там даже находится, да? Где-то еще дальше. Ух, а как тут добраться-то? Как туда пробраться? Как туда долететь? Кто бы мне подсказал? Может быть, с катушки? Я же к ней тоже могу магнититься. Пойдем-ка попробуем. Попробуем. Не, прикинь. А, вот, магнитится. И я туда явно не долетаю. А если мы попробуем в другую сторону, вон туда, например? Ну, долетел. Ничего себе, да. Да, можно, это хорошо. Опускаем мостик. И здесь мы что-нибудь точно найдем. Значит, через верх. Окей. Только через верх. Можно еще, конечно, по краю тут пройтись, но это рискованно. Так, детектор, мы тебя пока отключим, чтобы ты не пищал. Не бесил. Опа. Мы наверху. Дырдочка есть какая-нибудь? Ага, есть, кажется. Вот эту кнопку нажмем, и она что-то откроет. Она что-то открыла. Где-то что-то открыла. Может быть, даже... А, так вот, дверь открыла, конечно же.
Заходим сюда. Батарейку дайте мне. Я знаю, что батарейка где-то здесь. Вот. Что-то где-то здесь еще есть. Великий детектор. Ладно, значит, батареечку мы скидываем вон туда. Давай лети вниз. Она сейчас примагнитится. Не, не примагнитилась? Странно. Очень странно. А я сейчас пойду, поищу вокруг вот так вот. Бегу. Сундучок. Короче, все, я понял, где этот сундук спрятан. Чертов сундук. Сейчас нужно будет очень грамотно упасть. Надеюсь, у меня это получится. Очень грамотно. Так, падаем. Вот он! Скотобаза, где спрятался-то. Что это? Дальность кирки увеличивает. Все, по сундукам здесь все, детектор больше не пиликает. 40 сундуков осталось. Скоро мы их найдем все. Значит, батареечка, идешь сюда. Вот, примагничивайся. Ага, четенько. Я, значит, нажимаю кнопку, батарейка туда влетает. Вот она встала. Катушка, значит, заработала. Ух, как она засияла-то. Она словно медной вся стала. Обалдеть. Ну и по идее она теперь должна меня как пульнуть. Во, да, она теперь мощнее. Мощнее и еще мощнее стала пулять. Значит, все, я теперь отсюда выбираюсь. Вот, да, именно так мне и надо было. Так, детектор, ты работаешь? Работает. Здесь сундуков нету. Все, мы здесь все проверили. Сейчас я еще по низу пробегусь. Вау. Тут тоже вроде бы ничего. А, подожди, я уж хотел воспользоваться прыг-панелью, как у меня тут сундук где-то запиликал. Так, если я вот сюда вот так вот пойду. Вот, нет. Ага, кажется, нашел, смотри. Вот, ого. А может быть и не нашел. Да не, вон там вот, кажется, проходик есть, смотри. Вот. Вот проходик, где у нас? Где у нас проходик? Есть еще один сундучок с кучей золотишка. Тут уже дальше не пролезть. Все, можно прыгать через прыг-панель. Ну все, полетели теперь падать на дно. Опа. Погнали. И... Опачки. Мы здесь. Здоровье у меня фул. Можно, в принципе, падать. Давай, кто быстрее, шарик или я? Шарик или я? Конечно же. Ух ты ж, ебунский бог. Они еще и в щитах. Вы издеваетесь надо мной, да? Вы прям охренеть, как меня подставили. Что? Что происходит? Мне нужно сюда снаряд поставить. Вот. Открылась какая-то дверка. Главное, не вышибите мой снаряд. А, во. Здесь заработала радиопередача, которая отключает их щиты. Их долбанные щиты. Нате, словите. Словите. Отстаньте от меня все. Бах. А, яду много. Много яду. Так, половинку я, наверное, уже отдубасил. Черт, убегаем, здоровья маловато. Ух. Чертовы эти чунгачкуки, которым ядом пуляют. Так, как насчет огонька? У меня фул. Сейчас подсобираем. Ай-ай-ай, можно же, кстати, есть кактусовские ягоды. Сейчас я это сделаю. О, полегче стало. Так, дальше. Где мы же запрыгнуть можем. Вот, это же металл, правильно? Это же металл. Запрыгиваем сюда. Опа. Сейчас мы и ваши щиты отрубим. Ай-яй-яй-яй. Готово. Есть. Черт, больно. Одно сердечко осталось. Это печально. На тебе. Гори. Получай. Ух, камушки рядышком. Сейчас будем. Есть. Вон там сверху еще одного. Есть? Ягодки нету. Дайте пожрать что-нибудь. А то сейчас откинусь. Готов. О, опустилось. Ничего себе. Спасибочки. Так будет проще сейчас. Получай. Горите в аду. Готово. Дальше нам куда? Дальше... Ай, слетел. Эти ядовитые снаряды, они так лупят жестко. Ладно, вы издалека, я тоже издалека. Постреляю вас. Вот и все. И вон там сейчас тоже достанется. А, кончилось. Прикинь, все кончилось. Тогда мы сделаем вот так вот. И последний. Иди сюда, пупсик. Готово. Со всеми разобрались. Эй, там внизу. Держи. Тебе это понадобится. Ключ скинули. Спасибо. Сейчас мы откроем двери.
и заберем его. У-у-у. Золотой здоровенный сундук, который прыжок плюс один. Дополнительный прыжок, как я о нем мечтал-то, а? Как же это роскошно. А труба это куда нас приведет? Где это я чутился? А-а-а, ничего себе. Нифига себе, в эту трубу выскочил. Как насчет прикупить? Подожди, у тебя новые... У тебя новые появились апгрейды? Детектор костей, конечно, давай возьмем. И детектор сундуков радиус X2. Ого, ого-го. Ну ничего себе. Ну ничего себе. Ну что, я думаю, что пора закругляться. Это была первая из, наверное, трех частей или двух частей поиска сундуков и секретов и трофеев в Supraland 6 дюймов под миром. И если понравилось, то ставь лайк под этим роликом и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео, в котором мы с тобой, собственно, увидимся. Так что до встречи.